трепеть ночей, пламя свечей, сердце ласточки белые ботван. Дай, Соломон, связку ключей, чтобы рассеять непроглядный туман. 50 ворот, 32 пути, доверившись голосу третьего глаза, вернется тот, кто сможет уйти, чтобы увидеть небо в алмазах. Свет исходящий, свет отраженный, кто промолчит, тот и не солжет. Что это значит? Пусть посвященный разделит, сложит и умножит, поймет. Жезлы, чаши, мечи и монеты, рыцарь, королев, принцы, принцессы. На единственный вопрос поиск ответа, что по ту сторону непроницаемой завесы. Точка является всем и ничем. Где эта линия, плоскость образуется пред ней? Объясняется мир, а в нем кто ты и зачем? Арифметикой звезд и небес, геометрией каждый день столкновение с бездной, веря, что удастся ее пересечь, даже если уже все бесполезно, вытащить из шляпы сверкающий меч. А воинам и жрецом, дураком и отшельником выйти ниже всех, а потом забыть о высоту. Чтобы не стать зерном, нужно стать омельником, подтвердив собою великое правоту, отбросив сомнения и ненужные споры. Поймать ветра можно, зная, откуда он дует. В книге прачек и молитвах Торы доказательство, что ложки не существует. Негасимый пламень, солнечный ветер, земная твердь, лунный прилив, в гордом сиянье ослепительный кедр. Так и становится владыкою Фин. О моем появлении ты узнаешь заранее по легкой поземке.